Крупнейший в Западной Сибири производитель лекарств планирует закрыть две производственные линии. Больше 20 человек вынуждены уйти с предприятия «Томск-Химфарм» в связи с сокращением. Как говорят работники, руководство объясняет такую меру неэффективностью производства и невостребованностью продукции. С 1 января остановят выпуск настоек, экстрактов и мазей. Больше 100 тысяч учителей за 8 десятков лет. Омскому государственному педагогическому университету исполнилось 84 года. ВУЗ основан в 1932 году. Каждый год отсюда выходят более 1500 молодых специалистов. Он считается одним из самых крупных образовательных комплексов в Западной Сибири.